Боб с топором собственной персоной. Здесь, в моей тюрьме. Посмотри вокруг и скажи, что ты видишь. Боюсь. Верно, Криш. И пока с головами на плечах. Тут я закон. Я пока не придумал, что сделать с их головами. Но, возможно, у тебя есть идея. Не. Ну, отдельно. Чего? Ух ты мой топор, мне так жаль. Это займет много времени. В нормальном суде такая бюрократическая волокита. Но знай, я твой преданный напарник, и я вытащу тебя отсюда раньше, чем ты назовешь букву по алфавиту. Я никогда не выйду отсюда. Егор, сдавайся так быстро. Знаю, это кажется неосуществимым, но мы все скинемся и вытащим тебя. Я даже потрачу деньги на колледж Рогопупса. Только не твоя жене. Но я не хочу выходить. В тюрьме здорово. Понедельник – день качалки. Плохиши приходят тренироваться, а я дубаю им голову. Вторник – день киношки. Плохиши смотрят фильмы. А я отрубаю им головы. Среда – день игр. Ука, ука. Плохиши играют в игры. Хрязь, а я трубаю. Четверг, день семьи. Ну, ты сам все понимаешь. Топор, а начальник тюрьмы знает, чем ты занимаешься? А ему это нравится. Нравится? Да, ступелый. Время посещения вышло, так. Не гладь, брови. Ты еще там шипел, и гладь не крой. Ты еще мы с вами будем, ты не знаешь, ты. Да что с тобой такое, Грег? Если мы повредим эти головы, то сами окажемся в этом ящике. Ой, прости, не стоило мне на тебя злиться. Но старше никогда стоит. Честно? Да, там Аксон не дошло. Не, ну Аксон. Как это серьезно? Что же эти парни делают с ними? Грузим? Ой. Гайка с ним борошь. И домайтесь. Ты сегодня хорошо поработал. Ты...